Здравствуйте, дорогие друзья и зрители моего канала. На моей веранде было простое освещение, которого мне вполне хватало до тех пор, пока я не сделал там, некое импровизированное рабочее место для мелких работ. И мне этого освещения стало катастрофически не хватать. Дело в том, что мощность светильника составляла всего 12 Вт. Я решил его переделать, а точнее модернизировать. Нашел в интернет-магазине, ссылка на который находится в описании к этому видео, светодиодную матрицу мощностью 50 Вт. Я купил комплект из двух матриц. Вы можете выбрать в магазине и большее количество. Сразу небольшой лайфхак. Если вы любите комнатные растения и вам нужно дополнительное освещение, то нет ничего проще, чем взять деревянную рейку, прикрепить к ней матрицы, припаять провода, и вот вам готовый светильник, который будет стоить раза в 3. А то и в 4 дешевле, чем готовый. Ну да ладно, а теперь посмотрим процесс. Я демонтировал светильник, к матрице припаял два провода, соединил их в клемной колодке. Матрицу приклеил при помощи клеевого пистолета к блоку питания. И потом светильник снова повесил на стену. Подсоединил провода и вуаля! У меня стал не просто светильник, а почти прожектор. Думаю, теперь мне это освещение хватит за глаза. А у меня на сегодня все. Если вы не подписаны на мой канал, то прошу подписаться. Засим разрешите откланяться. Всем пока-пока, ваш Андрей Бабайко.